наступает в город Днюха, победа сильнейшая, наград номер один открывается. Доброе утро. Включили трансляцию, как раз перед записью моей речи. Не, ну это не прямая трансляция, это будет запись интернета, потом я вложу. О чем я думала ночью? Я, на самом деле, прежде чем сюда приехать, вы так на меня смотрите, как будто вам меня жалко, почему-то с такими грустными глазами. Я думала долго идти сюда, потому что как-то я последнюю неделю провела дома, и меня прям эта домашняя рутина немного засосала. Знаете, когда ты... Я вообще никогда не думала, что я буду про себя это говорить, потому что я, в принципе, не очень люблю там дома тусить, там, я больше люблю общение и так далее, но тут как-то мне было прям так лень, и я себе переселила, думаю, ну целую неделю уже дома сижу, но надо хоть как-то что-то выйти в люди, там, поразвлечься и так далее. И, в принципе, рада. Ну, думала, лишь бы не достать черную карту, потому что если бы не достать черную карту, это было бы вообще сложно. Достала красную, рада. На самом деле, подготовила речь про День Благодарения, но не успею ее сказать, поэтому и у вас время, игрок номер два. У меня, короче, речь была такая. Я должен был вам пожаловаться на то, что я давно черную карту не тащу. Я... Ну, решил не врать, да? Я первый раз решил не врать. У меня в последнее время, не то что хвастаюсь, но не на 100%, но очень часто попадаю в цвета. Очень неплохо разбираюсь с красной картой. Это всегда была моя любимая карта, и мне она нравится до сих пор. Но в последнее время столкнулся с проблемой, что я разобрался, а положиться не на кого, и меня тяжело находят. Поэтому хочется именно черную достать. Вот там, где можно отцепиться, там, где неважно, кто дон, кто этот. Есть я черный, например, и еще два каких-то черных. Отцепился от них и играешь свою. Проиграли, да? Вот так вот. Короче, я красный. Не сильно этому рад. Думаю, первая больше красная. Не прям нашел ее супер красной. Не могу в нее въехать. Хорошая, спокойная речь. Не черная. Цена Доброе утро, прекрасно. Значит, смотрите, мне по поводу первого игрока, ну вот я сразу же рассуждаю о том, что расскажу. Значит, по поводу первого игрока, на самом деле, ситуация, когда там рассказывали, вот я тоже переключился по поводу там этих своих, что больше, например, как бы думал, у меня совсем другая тема там рассказывать. А вот по поводу вас, мне знаете, что купило? Мне купило, что вы сказали, у меня была заготовленная вещь по поводу Дня Благодарения, но я вам уже ей не скажу, уже не успею. Если бы вы были черным игроком, вы имея заготовленную речь, вы как бы ее уже просто бы не транслировали. Ну и в принципе не обрели, что она у вас есть. Это как то, что я подумал, почему игрок номер один больше красный. Что касается игрока номер два, на самом деле, ну вот скажем так, речь ни о чем. Вот просто ни о чем. Вы поговорили, вы это самое. Я просто, ну, я уже говорил на прошлый раз был черным относительно того, что призывал, чтобы не вести себя так, чтобы не мешать друг другу. Ну, это вот для меня ваши цвета более понятны, когда вы не мешаете, когда вы свои объясняете и даете другим объяснять. Но сейчас я хочу сказать относительно того, что пока я ваш цвет нашел. Я пока сыграю с первым игроком, не сыграю со вторым, но по второму, в принципе, по первому игроку вообще, в принципе, не дали никакого. Что касается моих, то я за Доброе утро, город. Я займу крайне непопулярную за этим столом в клубе позицию, выставляя игроков. Что касается игроков 2-3. Ну, конечно, это не интеллигентно делать как бы в компании. Вот, поэтому я очень мягенько, господин старик. Вы чуть-чуть обольщаетесь насчет попадания в цвета. Я с вами сидел там как минимум 5 последних игр. Вот, и как-то не очень. Ну, я вас не критикую, но это у вас какой-то есть как бы отлом, который пока не оправдан. Что касается господина Джастиса, у меня для него приятное, для меня неприятное послевкусие. Они оба сыграли с игроком номер один. Я поищу между 2-3, пока 1-2-3 я не играю. Между 2-3, ну, может быть, 3 вот за это. За то, что у вас время, игрок номер 5, минута. Доброе утро, город. Смотрите, я акцентирована с третьим игроком, мне понравилась ваша речь. И даже на тот момент, когда вы начали проснять Аризону по аргументу, что она не сказала свою речь, ну, ту, которую она заготовила, я как раз думала, что это в ее черноту. А когда вы начали объяснять, я вот задумалась, мне показалось действительно, что вы правы, скорее всего, это в ее карте. Потому что мне конкретно показалось, что она сначала говорила, ну что думала, то и говорила ни о чем, да, потом про ту речь, которая была задумана, мне показалось, что она ее не сказала.
Но, как вы объяснили, мне скорее понравилось, поэтому, ну, я по вам сыграю с первым игроком. Второй игрок, понимаете, как, вот вы какую-то такую паническую речь сказали, ну, прям все так плохо у вас, как-то так безэмоционально, ну, не заряжает это, вы понимаете, ну, может быть, у вас там плохо с играми, может, не катит у вас все, но... Зачем такие речи говорить? Ну, не знаю, вы мне не понравились, пока я вас выброшу. Сыграю с третьим и с первым игроком, с четвертым игроком играть не буду. Вы не играете ни с кем, там что-то как-то возможно, может быть, третий вас покраснее. У вас 6 минут. Называется акцент. Смотрите, сыграю 3-4, четвертый более уверенно, чем третий. Выставляю второго игрока, я бы переслушал игроков 1-2, не нашел красный цвет. Второго вообще проверил бы, его стрелять вряд ли будут, слышал, только что стреляли, в цвета он попадает, поэтому будет в любом случае полезно. Вот, первая поговорила нормально, но, как мне показалось, не искренне, как мне показалось, поэтому хочу вас переслушать. Второй, по сути, поговорил на какие-то отстраненные вещи. Что заметил, вы оба начали речь, ну, как бы, смысл речи был такой, хотел поговорить так, но скажу вот так, ну, как бы, хотели, поговорите. Ну, и второй точно так же начал, что я вот... Хотел свою речь вот так сказать как-то, ну окей. Вот, с третьим сыграю, четвертый, ну, такой довольно уверенный мой цвет, с пятой пока не готов играть. Секунд. Вы четвертого подозреваете, первую зачем-то берете. У вас были свои мысли по ней, потом вы почему-то передумали. Ну, я не утверждаю, что он точно черный, хочу переслушать один голос. У вас время, игрок 7 минут. Блин, ты сейчас на камеру, да, буду решить говорить? За записи потом будете смотреть. Чьи-то дети будут говорить? Ну что же чей-то ребенок, правильно? Мне кажется, что между 4 и 5 есть мав. Я за это хочу пока сыграть шестым игроком. Мне, конечно, не сильно нравится, что вы играете с 4 и называть его красным, потому что какой-то уверенности прям там суперсильно нету. Мне просто показалось, что там, ну, две для меня были некачественные речи, шо 5, поэтому типа не сильно. Но если вы черный с 5, мне кажется, вы по-другому. Ну, в тот момент может быть черным с 4. Ладно. Несмотря на это, все равно сыграю 3-6. Между 1-2 1 краснее, чем 2. Между 4 и 5 для меня есть черный игрок. Я даже допускаю, что может быть 2 черных игрока, потому что. Ну, в кои веки нашла 3 красных. Что-то странное происходит. Джастиса красным немножко ясно. И у вас время игрок номер 8. Да? Я как раз по этому аргументу и подумала, что он может быть красным. Потому что очень недалеко задание Джастиса. Меня вывесили присутствующие игроки. А так бы мне бы еще полторы секундочки и все бы было. Плюс Саймон. Так, знаете, значит, я что играю? Я играю, ну, естественно, уверенно, 3-6. Это ваша команда. Я просто акцентирую ваше внимание, что именно потому, что я почему-то подумала, что среди игроков 4-5 как раз игрок номер 5 может быть красивее, за то, что она не боится дать достаточно яркий красный цвет игроку номер 3, а игрок номер 4 из серии Баба-Яга против. Где, в принципе, на самом деле, мне тоже речи игроков 1-2 не очень понравились. Я на вас смотрела с целью определить, что не так. Я поняла, что не так для меня. Я потом вас вперед уточню этот момент. Значит, игрок номер 2 мне нравится. Я хотел пожаловаться, но похвастаюсь. Ну вот это вот, вот такая вот у вас была речь. Я не понимаю, как мы вот господин Нильзе, и это у вас какая речь? Время, ну не качество. Игрок номер 9. Так, то есть 3-6. И 5 не черная. Смотрите, мне показалось для господина Нильса у первой была так себе речь. Но мне показалось, она красная. Поняли шутку, да? Это что, ну, просто господин Нильс не любит, когда говорят, что хорошая речь. Мне показалось, что нормально, хорошая речь. Второй очень грустный. Я думаю, что если он мав, то он будет как-то активнее себя проявлять. Ну, а тут, ну, хотя и он красным активно себя проявляет. Ну, неоднозначно, не могу понять, с чем связана ваша грусть. Тем, что вы в прошлой игре проиграли или что, не хочется вас видеть веселым. Я привыкла, что вы там коммуницируете, перестукиваете. Неужели Аризона вас не поддерживает в этом? Мне пятая не понравилась. Вот по каким-то аргументам, потому что как она в первом ехала. Ты согласна, может быть красным. Четвертый может быть красным, я не знаю. Мне пока что нравится 1-2. Я подумала, что шестой не черный. Закрывает стол, дроп 10.
огонь позиции у вас, я вам так скажу. Моя команда будет игроки 3, 4, 5 и не против 1 на данный круг. Ой, 3, 4, 6, извините, и не против 1 на данный круг. Хотя я честно вам скажу, что 1-2. Пилится 1-2, 2 по 6 в 1. Это несложно, это можно даже не озвучивать, игрок номер 2. Смотрите, я подумала, что 4-й красный, мне было очень странно, что игроки 7-8-9 называют 6-го красного, и на его позицию просто игнорируют его позицию, где он назвал 4-го наиболее красным. Мне патологически хочется играть 4-м игроком, я думаю, что вы красный и в этой игре. Мне тоже показалось, что 3-й красный. На речи 5 я вас откровенно не заподозревала, много игроков против вас играют, поэтому мне кажется 10, черт, выставляю 7, 1-7 пилится, и не факт, что я не сломаю в 7. Я голосую в 7. Раз так. Ладно. 2 по 6 в 1. 10 секунд. Фол. Старик. Время еще идет. И у вас время. Переходим сюда. Уберите стакан, пожалуйста. У нас выставлены игроки. 1, 2, 7. Вот столик. 1, 2, 7. В такой же последовательности мы голосуем. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 1? От себя это 5 голосов. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 2? От себя это 5 голосов. И у нас перестрелка между краями 1 и 2. Игрок номер 1, 30 секунд. Чуть не сломала себя. Я вспомнила в последний момент, что надо проголосовать, что там еще 3-я кандидатура. Так, не знаю, все для меня странно. Мне кажется, что... Смотрите, между 7-10 есть мав. Блин, мне в какой-то веке понравилось 9. Это подозрительно, реально, когда мне нравится больше речи, обычно мы черные. На самом деле, мне кажется, что концентрация мафии где-то между игроками... 5-6 есть мав, 7-10 есть мав, и вот проверка 6 больше красных. Да, все говорят больше 6 красных, но мне это странно. Почему у меня подозревают? Я вас... полубалась, мне... мило. Почему вы не подумали, что номер 2, 30 секунд. Смотрите, передумал. Проверяется 7-й, тут не 5-й. Потому что я, когда 5-я поговорила, показал, проверяется 5-й игрок. 6-й и 7-й решили не замечать, что я показываю, проверяется 5-й игрок. Они подозревают 5-го, а то между 4 и 5, между 5. Проверяется 7-й игрок. Почему нет? А в чем проблема? Вы шерифом? Ну, скройте шерифом, мы вас запросим. 10 секунд. Я думаю, что 1-9, 1-8-9 красные игроки, думаю, это брать 10-го игрока. Я думаю, что самый подозрительный. И потому что украли руки с игрового стола. 1-2, 1-2, в такой же последовательности мы голосуем. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 1? От себя это 5, голосов 5 за 2. Теперь мы голосуем, кто за то, чтобы оба игрока покинули игровой стол. Нет, в городе наступает ночь, город засыпает. Мы включаем музыку без звука. На проверку. Я не хочу никогда в жизни своей проверки. Что вы? Проверка 7. Это вылезло 4 красных. Вы что, думаете, она пугать меня выставила на 7? Реально. Вот эти, я на завтрак ем ваши эмоции, что вы там... Кира, корректнее. Нажимаю 7. Примите лучше ход 2, 5, 10. Я проверенная красная. Да, принято. У меня нет другой информации. Надо было проверка 5, реально. Какая 10? Как можно 10 было проверить?
Мне Дина очень понравилось, как переговорила. Может, есть ошибка в 6 тогда, с 10 красной. 8-9. Мне показалось, что там мало черных игроков. Типа, что может и не быть. 8 по 3. 2. То, что сказала, что легкий цвет, 9 там не этот. Не знаю, мне кажется, 9 красное, 8 я не заподозревал. Все, ответил на ваш вопрос. Не мочил. 2-5-6 тогда попил, если вы проверенное красное. Нормально. Один мне понравился, как переговорила. Вы выручаетесь за 3, я не заподозревал 3. 10 секунд. Ой, типа выручаетесь, и я не заподозревал 3. 2-5-6 хороший попил, вы за 4. Все, 2-5-6 попил. Все, спасибо. И под аплодисменты. Игрок номер 2 минут. Я вам показал просто, что я думаю. Вы поняли, что я думаю? Ну, поняли или не поняли? Это не важно. Ну, все, хорошо. Выставляю 5. 5 принято. Ну, просто элементарно. Я, вот он говорит, подозреваю пятого игрока. Пятая, как только закончила говорить, я показываю проверка 5. Он выкидывает меня, говорит, между 4 и 5 точно есть черный игрок, а то и 2 игрока. Пусть получает в себя проверку. Это же не мои проблемы, это же не я строю команды, это он строит команды, и все. И что он сказал потом на уходящей речи? Десятая, вы единственная проверенная красная, а я сыграл, и единица ему понравилась, а я сыграл 1-9-10 красные игроки, 8, 1-8-9-10, да. На тот момент 8, но сейчас пока хочу отцепить 8, потому что у меня слишком много красных получается. 10 секунд. Смотрите, не хочу давать позицию, хотите, попилите меня, я без проблем попилюсь, не держусь за стол вообще, мне интересно. Думаю, что вы действительно красная проверка. У вас время, 3 минуты. Это получается, что не понятно, потому что с командой 1-8-9-10, где я считаю единицу, мне понравилось, как говорила единица, 6-го считаю красным, 4-5 не считаю, потому что там есть два мапа, когда вы там точно ошибаетесь и достаточно серьезно. Свой цвет я знаю, поэтому вот я и подумал, что это достаточно странная какая-то позиция. Я просто в момент, когда вы просите проверку 5, а восьмерка говорит на цене того, что 5 она считает покраснее, у меня в этот момент становится на цене того, что возможно мап между 2-8, это то, что я подумал в тот момент. И вы, с вашей позиции, которую вы сказали, вот на переголосовке, она мне не понравилась. Я ее вообще просто счетно не понял. Вот просто вообще абсолютно. От варианта полностью. И в этой всей ситуации получается момент относительно того, что вас я тоже подозреваю. Хотя, наверное, больше подозреваю на 8-го игрока, который сказал, что 5-я и красная, потому что на тот момент как посчитать 5-ю больше красной 10 секунд. Невозможно. Если вы либо знаете цвет, либо как-то вписываете. Потом вы ставите игрока на 8. 8 принято. Время 4 минуты. Доброе утро, город. Я подчеркиваю, что господин старик дал позицию вот сейчас 1-9-10, отцепив игрока номер 8. Поэтому если вы подозреваете игрока номер 2, господина старика, который отцепил игрока номер 8, предположив, что она не красная, то между ними не два подозрительных игрока, только один. Я это и сказал. Да, но вы его подозреваете, а 8 выставляете. Ну, смотрите, господин Джастис как бы становится для меня покраснее за размышления, за анализ. Я имею в виду покраснее по отношению к предыдущему кругу, там, где я предположил, что вы можете быть красным. Сейчас вы для меня становитесь более-менее красным. В команду, которую я бы как бы себе взял, госпожу Аризону, я не очень хорошо до конца понял, как бы, и мне надо будет еще сейчас переслушать. Вот. Я предполагаю, что у вас не подозрительнее, чем 8. Вставляю 2. 2 принято. Ну смотрите, старик, вот вы странный игрок. Вы просто на моей речи показали сразу проверка 5. Я ничего такого не сказала, сыграла с третьим уверенно и по третьему взяла первого игрока. Тут же убитый седьмой, который ушел, сказал, что первая поговорила неплохо, а третий для него уверенный красный цвет. Что не так я сказала, за что моя проверка, за что меня все пропекторили на этом круге, на прошлом круге. Никто не дал мне шанса быть красным игроком. Восьмая там что-то, ну, посчитала, что я могу быть красной, хотя меня все равно не взяла, взяла только 3, 6. Десятая сказала, что я не сильно черная, но опять-таки вы меня тоже не взяли. Правильно? Вы посчитали четвертого там самым мега красным, меня вы не взяли. Она не сказала, что пятая прям красная. Ну, вернее, сказала, что многие меня подозревали, она хотела бы меня взять, но за то, что мне все... Десятая сыграла 3, 4, 5.
Она 5 не сыграла, она сказала ой, 6. Она сказала 3, 4, 5, ой, 6, потому что пятую я не возьму за то, что все ее атакуют. Вы, игрок номер 2, не слушаете речи. Если будет попила со вторым, обязательно попилюсь. Игрок номер 6 у вас. Смотрите, мы же в мафию играем, не в спорт лото, правильно? Поэтому какой 6 попили? Восьмая сыграла с шестым. Сказала, что пятая красная. Вы все пятую подозреваете. Почему восьмая сидит? 2, 5, 8 сейчас выставлены. Хороший попил. Третьего все называют красным. Четвертого я посчитал на ноль красным. Вы посчитали на ноль красным четвертого. Хотя, как вы сейчас поврили, мне не очень понравилось. Вы что? Выставить 9? Надо было выставить, чего не выставить. Седьмую поставил, девятую красную. Никто ее. Ну, я не до себя не услышал в сторону девятой подозрений. У вас мне не понравилось, вы заметили, что третий атакует и 2, и 8, ну они типа в разных командах, но при этом сказали, что он парил похорошо и он красный. Зачем тогда было вот это раскапывать, я не очень понял. Но на ноль я вас посчитал красным. Первую я лично не посчитал супер красной, но многие ее называют красной. Седьмой сказал, что очень понравилась речь, можно первую не трогать. Итого получается 1, 3 красные, десятая проверенная красная. Я свой цвет знаю, девятую никто не атакует. 2, 5, 8. Ну, я бы проверил между 3 и 6 на следующих рубшерих. Вот. Все, спасибо. Спасибо. Игрок номер 8 минут. Выставить он жесть. За то, что он провоцирует выставление. Так, значит, смотрите, я послушала. Кое-что у меня не совпадает, но я думаю, что для города будет выгодно попил 2, 5, 8. Выставляю игрока номер 2, выставляю игрока номер 5, выставляю игрока номер 8. Выставлены. Умнички. Дальше попилите, значит, почему? Просто потому, что это те цвета, количество удельного веса красноты которых не хватает этому столу. Мои личные предположения... Почему я в том числе и ставлю себя в попил, чтобы убрать подозрительных игроков? Я думаю, что все-таки игрок номер 6 красный. Я думаю, что мы не ошиблись по цвету игрока номер 3. Я бы рекомендовала следующую проверку в игрока номер 1. Я не знаю, почему кто-то сказал, мне так ваша речь на переговорке понравилась. Извините, у меня не было подобных чувств. Да, у меня таких чувств не было, поэтому тот зазор, который мы предполагаем, ну вы же понимаете, что 28 не тройка мафов поднимается, да, с учетом даже моего жертвоприношения к этому всему. Поэтому тот зазор, который мы где-то теряем, с учетом одного уверенного цвета. Напоминаю, игрок номер 3 перепутал мою речь и сказал, что не против 5, а не 5 красных. Да что у меня вообще не складывается? 28 явно не тройка, а возможно даже не двойка. Вот в чем дело. Если не двойка, то это очень сложно, потому что с 3-4 играют. Шестого называют красными игроки 8, 9, 10. Если не ошибаюсь, то первую ставил красный, седьмой. Я сказала, что первая красная. И как бы сложно. Кто тогда черный игрок? То явно мы куда-то теряем. Где-то мы теряем игроков. Среди 2, 5, 8, нет, чернее 5. Хотя, блин, я не знаю, я и два такой сидит какой-то, блин, такой серьезный, я вообще не понимаю. Старинка вообще рвет на себе, выигрывает красную игру, должен выиграть, а ему все равно, ему не с кем коммуницировать. Сирена не пришла сегодня, заболела ковидом, будь проклят, ковид 2019. Потому что сирены же лучшие друзья. Я поняла сейчас. Нельзя коммуницировать с вами, потому что это сразу пока не знают, кто черный. И у вас время, игрок номер 10, минута. Так а зачем ее тогда пилить в этой всей ситуации? Я вообще не просто так спросила 8-9 какого цвета. Вы мне не понравились обе. Я просила вас... Да вы не надо меня запиливать. Он сказал, что здесь больше игроки красные, я поэтому здесь оставляю. Не отказываюсь от цвета 3, не хочу пилить 1 на данный момент. Я бы вот попилила 4 за его эту речь. Ваша речь была не очень хорошая на данный круг. 4, 5, 9. Нет. Игрок номер 2 вы будете точно пилить. Выставляю 2, выставляю 4, выставляю 5. 2-4. 5 голосуют в игрока номер 2. Игроки 1, 3, 6. Первый выставлен на 5. Тогда 2, 4, 5 голосуют в 5. Игроки 1, 3, 6 голосуют в 2. И 8, 9, 10 проголосуют в 4. Я думаю, что 8, 9, 1 и 3 больше красные. Мне так кажется, по моим ощущениям. Хотя 8, 6 называют, по идее, 6 должен быть краснее, чем 8. И у вас время, игрок номер 1 закрывает стол, Нильс второй фол. Смотрите, я рада, что у нас с вами плюс-минус все совпадает, потому что у меня тоже такие мысли. Мне кажется, 2, 5, 8 это был всего лишь один мап, где для меня это пятая скорее. Тоже, ну, есть вопросы по 2, но 2, 5 скорее не вместе. Все-таки пятая для меня сильно чернее за ее. Я просто не успела за ее речь на 0, там, где она очень окраснела 3. За аргумент странный мне показался, наоборот, это очерняющий.
3, мне кажется, красный. Мне кажется, что обязательно есть маф между 4 и 6, поэтому я за проверку. За попил 2, 4, 5, мне кажется, это хороший попил, потому что 8 была для меня самая красная в попиле. 2, 5, 8, и я хочу проверку 6. Мне кажется, проверка 6 нормальная. Ну, слушайте, хорошо, если мы проверим, ну, а если она красная, мы можем проверить 8, окей. Ну, это так странно, она сама себя хотела отбить. Но она выгонит меня, если вдруг она красная, я тоже красная, понимаете? Поэтому я и переживаю. Посмотрите, хорошо, если вы проверите меня, я, в принципе, не супер против. Вы, кстати, у меня цвет 3 очень красный, я выгоню 6. И у вас время, руки с игрового стола, мы переходим в суд. Ставлю фолы. У нас выставлены игроки 5, 8, 2, 4. 5, 8, 2, 4. В такой же последовательности мы голосуем. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 5? Спасибо, 2 голоса. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 8? Спасибо, 0. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 2? Спасибо, 0. Оставшиеся голоса, это очень много под названием 7. 4 прощальные минуты. На самом деле я не понимаю. Руки убрали все. Я был против своего попила, я не понимаю, откуда на самом деле взялся этот переворот позиции. Ну, это такое дело. Вот. Ребят, все обозначили позицию. Мало того, шериф за столом, я против попила в принципе, при наличии шерифа за столом, поэтому... Проверка только между 2 и 5 лучше стоит. Поэтому... О! Старик, поэтому, третий фон. Старик трифола. Нет, один не шериф, наверное, скорее всего, за этим столом. Провокация. Хорошо, доигрывать эту игру. 10 секунд. Шериф просто. Старик в данном случае. Ну, молодец. Хорошая провокация. Пробуйте их доигрывать эту версию. Под аплодисменты игрок номер 4 покидает игровой стол. В городе наступает ночь. Не напоминаю Ютубу, что я включаю музыку без авторских прав. Я не шериф, если кому-то интересно. Вот так. Но у шерифа игрок номер 9 в эту ночь проверен красный. Вы шериф? Что? Старик трифола. Это вы вскрываете сейчас? А что вы показываете? Я думаю, что третий красный. Еще раз. Три. Шериф, что думаете? Нет, я думаю, что третий не шериф, но третий красный. Ну, то есть, я считаю, что третий... Что вы показываете? Так, я должна оставить... Вы шериф, пятая черная. Короче, 8-9 игроки красные, я думаю, завещание не третьего. Красный, пятая, точно черная под протокол. Пятая принято, 10 секунд. Все, следующую ночь я бы рекомендовала проверить все-таки 2. Он как-то неестественно играл против 4. И у вас время под аплодисменты групп 10 покидает игровой стол.
Старик, будьте осторожны, три фола, игрок номер три, у вас одна минута, вы открываете, у вас минута. Я обычно замечаю, когда старик против меня играет. Здесь я так жестко и шубом так жестко против меня играл. 8, я поставлю полный. Хочу сказать следующее. Я просто показал перед ночью, что типа 2К типа проверки не надо, потому что там есть один черный. И думал, проверить 9, а от 9 проверки красной мне подозрительная единица. Если сейчас проверка 5, то тогда опять же. Я думаю, 2-5 не вместе, соответственно, 2-2 тогда красный, тогда все равно я возвращаюсь к единице. Мне, конечно, ну вот вы тогда поговорили, все хорошо, но вы сказали, проверка между 3 и 6 на тот момент, где вы свой цвет знаете и так далее. Я свой цвет тоже знаю, и эта проверка, в принципе, что-то не дает. Поэтому сейчас у меня последний мап получается между 1 и 6. Я думал, что при проверке 9 больше подозрительный 1, но шестерке мне не понравилось то, что он тогда закончил. Выставляю игрока номер 5, то, что он сказал. Он рассказал, я думаю, сейчас проверка будет между 3 и 6. Свой цвет он знает, я свой цвет знаю. И он сказал, я свой цвет знаю, мне нужно между 3 и 6, соответственно, моя проверка. Правильно? Но это мне непонятно. Поэтому я думаю, мне надо было проверка девятки. Почему? Потому что я девятку думал, вот именно, ну знаете, у меня было какое-то подозрение. Я метался, да, там какие-то были мысли. Я подумал, что если я проверил, ну я уже все объяснил. Проверки 9, у вас время 5 минут. Выставляю 8. 8 принято. Игрок номер 6 минут. Выставляю 5. Смотрите, Джастин, 5 с вашей стороны, то, что я попросил проверить 3-6, должно меня очень охраснять. Смотрите, логика. Сижу я маф. Прошу проверить, ну, проверяют, допустим, вас. Вы красный, ну, если вы красный. Подозрение ко мне, то есть мне невыгодно просить вашу проверку. Дальше рассматриваем. Я маф, проверяют меня, я черный. Вас вряд ли потом снимут, я прошу проверку решить. Поэтому, если вы красный, то что я прошу проверку между нами, для вас должно меня делать очень красным. Я прошу проверку вас, потому что я ваш цвет не понял. Находитесь вы красным, я красный, вот человек за меня тут тянет. Поэтому мы там можем уже дальше, там, 1, 2, 5 снимать, правильно? Девятую тоже никто не атакует. Вот. Я думаю, да, проверка между 1, 2, если третьего никто не подозревает. 9 красный, 5 черный, да? 10 секунд. Где-то так. Где-то так. Хорошо. Спасибо. Спасибо, игрок номер 8. 7-8, да? Не, вы тут это, слова не выкривляйте, протягивайте, потому что мне уже вменили, что у меня 5 очень красная, а тут я вскрываюсь с ее черной проверкой, да? Сейчас скажут, что я не шериф, игрок номер 2 подвскрывается против меня и так далее. Стреляю игрока номер 5. Будете подвскрываться? Нет? По выскриванию. 5 вышли. Один не стрельнула. Что ж такое? Что ж такое? Все не получается. Я допрошусь или... Когда же у меня дойдут руки дойти проверить игрока номер 1? Все не доходит, хватает каких-то других задач в этом мире. Ну вот сейчас пойду и проверю. Да, все, оставляю 5. 9. Я же просто не постоянная женщина. Смотрите, 5 красная. Идете ее проверять. Мне казалось, что нужна проверка в любого игрока между 1, 3, 6, 8. Между 2, 5, зная Нипс, он никогда не будет ломать, если 2 там красных игрока. Поэтому проверка 5, она очень плохая, господин нотариус. Плохо. Тратила. Двойку получила. Единицу. Кол. Выставляю игрока номер 5 на голосование. Игрок номер 2 может быть черным, но тогда игрок номер 2 в команде 2, 4, 5 проснулся и такой, я сдаюсь. Я не буду ничего делать, проигрывайте. Наверное, Нильс Дон. И такой говорит, все, я ничего не хочу делать в этой команде. Ну вот просто вообще ничего. 10 секунд. Так, 1, 3, 6, 8. А, 8, 6, 1, 3, 6. 1, 3, 6. Шестой сказал 4, самый красный. И да? У вас время, да? Игрок я... номер 1. Не знаю, мне уже прям хочется, чтобы меня проверили, чтобы нотариус такая, черт, не попал, и тут не попал, и в 5 не попал, и в 4 не попал, и в 1 не попал. Не знаю. Что, по калькулятору? Ну, 4, 5, 5 черные, ну и тогда между 2, 6, 2, 3, 6 черные последние, в чем проблема? Я что-то не понимаю, у меня с калькулятором как раз нормально. Второй сдался уже. Не темный знаю, сдался старик. Угу. Да? А, ну ладно. Старик, ладно. Два примера. Спасибо, старик, можно выставить. Выставляю 5. 5 принято, переходим в суд. 5 уже был выставлен. У нас голосование между игроками. 5, 8, 2. 5, 8, 2.
что за то, чтобы игровой стол купил игрок номер 5. Спасибо, это 2 голоса. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 8? Спасибо, это 1 голос. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 2? Это 4 голоса. 2 у вас прощальные минуты. Знаете, вы очень стесняли, поэтому я с таким состоянием и сажусь в такие игры. Понимаете, я на ноль протокол 5-го игрока. Я перепилил 10-ю с 2-4-5, с 2-5-8 на 2-4-5. И все равно идет атака в меня. Честно, это очень смешно. И все, что вы делаете, это смешно. Проверьте, пожалуйста, 3-го игрока. Если 3-й проверится красным, снимите 6-го игрока. Но... Я не знаю, как характеризовать вашу игру. Извините. Ну, просто какое подозрение в меня? Что мне надо еще за столом делать, чтобы я не был подозрителем? Мне надо говорить, что ты черный, как вариант. Аризона второй круг. Как смешно. Спасибо, Пас. В городе ночь. Под аплодисменты 2 покидает игровой стол. Давайте похлопаем. В городе ночь. Антон, там камера. Прям перед тобой. Красная, потом 5-я проверенная черная, 8-я проверенная черная. Все. Спасибо. Я Шари. Под завещание можно что-то? А, да, 5, спасибо. 5 принято. Поаплодируем. На всякий случай. Игрок номер 5, у вас 1 минута. Вторая 8. 8 принято. Я уже давно не делаю. Два. Это его проблема. Как он показывал, это невозможно. Сначала он говорит, я покажу на проверку минус 2. Наталья. Говорю третьим. Окей. Потом проверка минус 3. Кто я проверку не показал? Угу. Поговорил вторым. Хорошо. Сломал, ушел. Угу. Ничего не сказал в эфир. Угу. Что, куда? Ты же все равно черным уходишь, скажи, что там, с этой идеей. Спасибо. Шесть. Ну, что у вас бонус был? Который самоликвидировался. Так он реально говорит, мы сидим пятую, все выставляют пятую, голосуем пятую. Он на речи девятой показывает, все, 2-4-5, выставляет 2, типа. Я тебе и говорю, ну он сдался, все. Чем мы будем тянуть, ну человек сдался. В общем, да, как-то странно. Причем на моменте, когда все пятые хотят голосовать. Ладно, спасибо. 8 минут. Ну, она не выигрывалась, эта игра. Значит, если вы уже господин Нильс сломаете и признаетесь в своей черноте, уходить, не говорить отстрел и не давать нам информацию, кто у вас проверенный шериф, это, знаете, делать пробоину в своем корабле. Не говоря уже о том, что договорка должна быть четкой и понятной от Дона. 1 минута. Ой,
Ой, забавно. Я что-то. Я просто думала, что 8 правильная красная реально. Я вообще что-то не могла думать. И что вообще происходило? Мне, кстати, кажется, 5 надо было нажимать. Конечно. У меня намного более подозрительно, чем 4. Я вообще не поняла, что 4 сломал. И 5 сломал, и у вас динамика там на 9. Или я отстучила бы тебе 9, и ты бы вслух сказал, что. Ну да, да, я же об этом и говорю, 4 там. Ну, был подозрительный, но не прям самый черный. Ну да, да. Ну ладно, все. Прости, ну ты реально сказал, я спросила, ты сдаешься? Я думала, без шуток. Зачем говорить, что я черная? Думаю, ну ладно, эти сломали, ты последний черный, ну окей. Спасибо. Ровно на 3 закрывает стол. Я еще подумал, что в этой всей теме куда-то делся 10-й, который был проверен на красный, и, соответственно, одна проверка какая-то левая. Короче, черную и левую нельзя дать, значит, соответственно, левая проверка 8. То есть, ну это было понятно на прошлый круг еще, но дальше... Значит, господин старик, я, значит, знаете, вот коммуникация, которая у нас была в девятке по поводу этого самого, я так и не понял, что вы хотели. Вы хотели сказать, что спровоцируйте меня, что вы шериф, и посмотри, как я на это реагирую, и показать мне, что вы думаете, что я шериф. Я этого не совсем понял. Но от этого подумал, что все равно между 2-8 у меня никуда мафия не уйдет. Но то, что я озвучил, выставил 8, именно потому, что я на тот момент не понял вашей коммуникации. Я это подозревал, в том числе и вас. Выставляю, спасибо. Спасибо. Переходим. Тут у нас выставлены игроки в такой последовательности 8-5, 8-5. Тут то, что игровой стол покинул игрок номер 8. Тут всегда это 4 голоса, оставшиеся голоса к игроку номер 5, 8, 0. Я просто курю, мне времени надо больше. Спасибо, пожалуйста. Под аплодисменты в городе ночь. В городе ночи только не спит мафия. Мафия выходит на охоту, поднимает свои пистолеты и проходит мимо дома игрока. Номер 1. Номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. Стоп, игра победа красных. Мафия 4, 5, 8. Очень хорошо.